О вы, которых ожидает Отечество от недр своих, и видеть таковых желает, каких зовет от стран чужих, о ваши дни благословенны! Дерзайте ныне ободренны роченьем вашим показать, что может собственных платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать. Михаил Васильевич Ломоносов. Крупнейшему вузу Европейского Севера России, одному из самых молодых по возрасту и самому северному по местоположению, Поморскому государственному университету 65 лет. Виват университет! Мечта великого земляка Михаила Ломоносова о создании в его родном крае собственного университета, обучение в котором сделает его потомков высокообразованными людьми, в наше время стала реальностью. Фундаментом для создания классического университета в Поморье, заложенным в прошедшие годы, стал Архангельский педагогический институт. Решение об открытии в Архангельске вечернего педвуза было принято на заседании Краевого исполнительного комитета 26 октября 1932 года. Первоначально институт находился на берегу Северной Двины в здании нынешнего Северного экономического лицея, где и разместились тогда три факультета – физико-математический, исторический и филологический. История Архангельского вуза началась с 13 ноября 1932 года, когда первые 167 студентов приступили к занятиям. Спустя 5 лет 96 из них получили дипломы о высшем образовании. Статус государственного Архангельский педагогический институт получил в 1938 году, когда здесь появилось два отделения – дневное и вечернее. Теперь вуз размещался в здании бывшей духовной семинарии, которая была построена аж в 1812 году. В начале 20 века здание подверглось значительной перестройке, и в 1910-м реконструированное здание приняло в свои стены воспитанников семинарии, которые по ее окончании становились не только учителями закона Божия, но и преподавателями государственных учебных заведений. До сих пор многое в главном корпусе ПГУ напоминает о прошлом столетии. Высокие потолки, церковные окна, сохранившаяся до наших дней метлахская половая плитка и, конечно, вековые лестницы, которые вели сотни тысяч молодых людей к знаниям и наукам. За 65 лет существования этот вуз подготовил более 30 тысяч учителей и внес огромный вклад в развитие образования и культуры на Европейском севере России. Значимость университета состоит в том, что мы готовим не только кадры для школ, это основная на сегодня наша обязанность, но и для других отраслей народного хозяйства нашей области, особенно перспективные специальности, связанные с нефтью, с газом, подготовкой государственных управленцев, юристов. Вот в этом, видимо, значимость нашего университета. Но нам всегда везло, у нас всегда очень был сильный преподавательский состав, начиная с первых шагов нашего университета. А если взять сегодняшний день, то у нас, как и университет, очень молодой коллектив преподавателей. Средний возраст преподавателей 38 лет. Это самый лучший показатель по России. То есть у нас молодой университет, но и молодые преподаватели. Кому вы благодарны из своих учителей? Кто вас учил, кто был наставником? Ну, если взять вот лично меня, то я учился на историческом факультете и очень благодарен, прежде всего, всем профессорам, всем преподавателям, которые готовили нас. Но если взять пофамильно, то, конечно, Георгий Юрьевич Фурменков, наш учитель, ректор, наставник мой, Юрий Константинович Новожилов, Анатолий Александрович Куратов. Ну и многие, всех ведь не назовешь, но действительно там на нашем факультете были замечательные преподаватели, и многие из них еще и работают до сегодняшнего дня. Студенческие годы – это самое счастливое время и для меня, я думаю, что для каждого, кто учится в учебном заведении. И, конечно, первые года и вообще годы учебы в институте, в педагогическом институте, конечно, они и сделали меня и ректором, и я там получил и знания, и подготовку, и навыки организаторской работы. Поэтому я очень благодарен коллективу, и счастье мое, что я оказался в педагогическом институте. Сейчас под сводами главного и других корпусов ПГУ обучается научным и заочным отделениях 7,5 тысяч студентов.
Учебно-научную деятельность в настоящее время осуществляет 51 кафедра, на которых работают более 600 преподавателей. В их числе 22 человека имеют звание доктора наук, 207 кандидатов и 133 доцента. Всегда была велика роль профессорско-преподавательского состава в обучении и воспитании студентов. В начале 40-х годов в пединституте работало 59 преподавателей, среди них один профессор и 5 доцентов. В 70-е годы численность педагогического коллектива увеличилась до 200 человек. В становление и развитие вуза вложен большой труд нескольких поколений преподавателей. И несомненно то, что нынешний статус бывшего пединститута – это заслуга и тех, кто начинал и работал в прошлое десятилетие. Прошло 45 лет. С тех пор, как я работаю здесь. Мне посчастливилось попасть в очень интересный, слаженный коллектив, высококвалифицированный. Ну, прежде всего, кафедра всеобщей истории тогда была самая маленькая. 3 человека в ее составе. Я был третьим в этом коллективе. Но зато 2 других были очень опытные преподаватели. Уважаемых в коллективе и кафедры, факультета, института. Это Алексей Германович Гемп, муж Ксении Петровны, образованнейший, интеллигентнейший, деликатный человек, но прекрасно знающий языки и ориентирующийся в науке. Он ровесник моего отца, и поэтически относился ко мне. А вот другим членом этой кафедры был доцент Головачев Федор Федорович. Это опальный ученый из Ленинграда, Герценовского института. Попал он к нам по принуждению в связи с так называемым ленинградским делом, и оказался здесь в среде, которая к нему относилась с пониманием. Мало разговорчив, но эрудит, большой эрудит и прекрасный лектор. За кафедрой во время лекции он выступал как артист. Но затем из других коллег я бы назвал, конечно же, Георгиевича Фроменкова. Вот в связи с тем, что в эти дни отмечается 65-летие, со дня основания института, нельзя не сказать о том, что вклад Георгия Георгиевича в становление, укрепление института был значительным. Да и сам он, личность ведь неординарная, крупный ученый, он же и крупный общественный деятель. Поэтому Георгий Георгиевич внес значительный вклад вот, в создание, я бы сказал, материальной базы и в укрепление коллектива современного университета. Я считаю, что во время войны здесь были очень сильные кадры в Архангельске, вообще во всем институте. Этому способствовало то, что люди выезжали из Ленинграда, и в ту пору, хотя степени кандидатские, докторские были еще очень редкие, но в нашем институте было уже много и доцентов, в том числе и на кафедре иностранных языков, английского языка, в частности, где я училась. Там был Онищиков Игорь Евгеньевич, Матюшкин Герки Александр Иванович, Анненкова Наталья Федоровна. Все это были ленинградцы, в общем-то. Я уже столько лет в институте, что оказалось, что я всех 8 ректоров, которые были, ну, сейчас они назывались директорами, которые были в институте, я тоже помню воочию. Поступала я при Маданове Сергея Александровича, возвращалась я в институт уже при Шулепове, кончала я при Богозове Николая Захаровича, затем были Климов Алексей Иванович, очень хороший ректор, он как раз пришел уже с опытом работы руководства института из Смоленска. Затем был Куклин Тимофей Фомич, ну и целая эпоха Фроменков, 18 лет.
В годы войны в здании вуза размещался военный госпиталь, в котором активно работали преподаватели и студенты, в то же время не прекращая свою основную деятельность. Проводились учебные занятия, сдавались экзамены, в целом шло непрерывное развитие института. Подтверждением тому стало открытие в военные и послевоенные годы нескольких факультетов: в 41-м иностранных языков, в 43-м географического, в 48-м факультета физического воспитания и спорта. С каждым годом все больше молодых людей из города и области становились студентами Архангельского педагогического института. Я был студентом второго послевоенного набора 1946 года. Время было очень трудное. И мы первый год в особенности жили очень трудно. Но трудность состояла в том, что мы деревенские в большинстве своем. Юноши, девушки съехались. И была карточная система. Жили все в знаменитой семисотке. Ее, наверное, сегодня многие вспомнят, потому что там жили преподаватели и студенты. Сами топили печки, жили по 7-8 человек в комнате. И, конечно, это было время нужды, плохо были одеты. И наглядное представление он дает фотографии. Вот все вы тут молодые еще, мне 19, вот Витя Ившину, моему земляку, 18, ушастик такой худенький. Ну и все одеты, так мягко выражаясь, более чем скромно. Где-то, наверное, ко второму, третьему курсу мы уже завели собственные галстуки, стали ходить, так сказать, уже галстук не антуража для съемки, а галстук для обыденной жизни. Вот такая первая особенность. Она, конечно, вспоминается всегда. Не всегда ее понимают, допустим, мои внуки, даже сын. Но не вспомнить об этом нельзя. Вторая особенность была та, что порядочно было демобилизовано даже фронтовиков. Ну вот с нами учился Саша Ракитин. Он был моложе нас, старше нас лет на 6-7. На литературном факультете учился Саша Михайлов. Это известный сейчас критик, профессор, москвич. Тоже от его же возраста, примерно с 21-22 года. Гена Трудов учился на геофаке. Я называю тех, с которыми, в общем, сохранила дружбу потом какую-то, связь. Он был потом много лет директором педучилища и жив здоров. А Саша Ракитин тут уже умер. Но особенность их состояла в том, что это люди были опалены уже жизнью, войной. И они учились хорошо. Вот у меня вот очень интересная и дорогая фотография есть. Я потом дружил с Рубенковым. Вот ему 28. Он только что приехал из аспирантуры из Ленинграда. Мне около 20 лет. И вот здесь четко видно, что мы снялись вот в этом, так сказать, ну, парке или сквере, который находится перед институтом. В годы войны здесь садили картошку. Это были огороды. И здесь видно, что ничего нет, ни одного деревца. Мы, я помню хорошо, вот наш курс, наше поколение садили. И вот потом это появилось. То есть этим мы себя увековечили. Да, думаю, что да. Но никто не помнит об этом. Я сам вспомнил и все детали, как мы эти рассаживали саженцы, делали, копали яму. И вот эту аллею делали. А потом, сейчас, когда подхожу, уже так где-то глухо вспоминается, что да, там где-то, вот так сказать, это было. И давно было, да. Не напрасно верил первый российский академик Михаил Ломоносов в интеллектуальные и духовные способности своих земляков. Десятки выдающихся личностей, работающих в родном Северном крае и далеко за его пределами, бывшие студенты педвуза, стали его гордостью. Но и они не забывают свою родную Альма-Матер и верят в большое ее будущее. Выпускник 1953 года, известный литературный критик, профессор Александр Михайлов, недавно подарил университету собрание книг из 4000 томов. Сейчас книжный фонд библиотеки ПГУ, комплектовавшийся на протяжении 60-летий, составляет более 420 тысяч экземпляров научной, учебной, методической литературы как по специальностям университета, так и другим гуманитарным и естественным наукам. В целом его можно охарактеризовать как универсальный. Особую ценность представляет книжное собрание, изданное до 1917 года, более 6 тысяч уникальных экземпляров, педагогические журналы конца XIX века, 34 книги XVIII века, прижизненные издания Ломоносова и многое другое. В
1957 году институту за успехи в деле просвещения, подготовки педагогических кадров, а также за разработку и популяризацию научного наследия Михаила Васильевича Ломоносова присвоено его имя, которое Поморский университет сохранил в своем названии. Нынешнее поколение студентов следует традициям, рожденным в первые десятилетия существования института. Одной из них на физико-математическом факультете, это его прежнее название, является то, что целая династия учителей в 2-3 поколения закончили этот факультет. Именно о нем и пойдет речь в следующей передаче, посвященной 65-летию Поморского государственного университета. «Виват университет!»